Россия, помоги Украине создать YouTube-канал. Да, сейчас создам ему канал на YouTube. Ты не можешь создать канал. Я тебе покажу, а ты пока погулять, только коронавирусом не заболей. Ха-ха-ха, сейчас канал ему создам и снимать оскорбительные видео. Чтобы ему дизлайки ставили. Ха-ха-ха. Ой-ой-ой-ой, почему мой канал забанили? Я же ничего не снимал. И тут сообщение от YouTube. Прочитаем. Здравствуйте, Украина, ID 10658. Ваш канал был заблокирован из-за много гастрайков, то есть жалоб, и вас пришлось заблокировать. Примерное число жалоб 8. Это достаточно, чтобы заблокировать. Новый канал создать не получится. И из-за жалоб штраф 200 рублей. Ок, до свидания. Что за штраф 200 рублей? Сейчас в детдом отведу. Собирай вещи и в детдом. Детдом.